Костя, для сайта From This Supply нужно проимпортировать tire pricing. Значит, вот клиент создал файл. Здесь, значит, в одной колонке все SKU, потом все товары, основная цена, которая уже есть в Magento. Потом у него, значит, есть колонка с минимальным количеством, то есть нельзя заказать меньше указанного минимального количества. Не для всех это проставлено, вот, только для тех, для которых нужно. И, значит, следующее. Значит, есть группы wholesale. У него только одна группа wholesale. Это тест, это я для него в качестве примера создавала. И, значит, когда пользователь залогинил как wholesaler, он, значит, цены будут меняться в соответствии от того, цены за единицу товара меняются в соответствии от того, сколько он добавляет в корзину. Значит, от 1000 до 2999 это цена за единицу 0,3. Далее 0,14 и так далее. Иногда, конечно, встречается так, что обычная цена ниже, чем цена за единицу при tire pricing, но он сказал не обращать на это внимания. Также он попросил не обращать внимания на то, что для некоторых товаров минимальное количество, значит, проставлено, например, 5000, а указан tire pricing за, там, за промежутки между 1000 и 3000 и так далее. Он говорит, что может там в будущем изменить это значение на более низкое. В общем, вот так вот.